Приветствую всех на своем канале. Меня зовут Александра Калинина. Здесь я рассказываю о джигитовке, о лошадях, обо всем, что с ними связано. Сегодня я без звука, простите, звук будет не очень хороший. Тема сегодняшнего видео – это съемки с лошадьми. В этом видео вы сможете увидеть, как же именно проходят фотосессии с участием лошадей, после чего на свет рождаются прекрасные фотоснимки. Идея сегодняшней фотосессии взята по мотивам книги Анджея Сапковского «Ведьмак». Мы попытались создать антураж и атмосферу этой всемирно известной и любимой многими саги, поэтому для тех, кто читал книгу или играл в игру, наши образы, надеюсь, будут узнаваемы. Первая лошадь готова. У нас сейчас будет первая часть фотосессии, где Цири с вот таким вот прекрасным белым единорожком. Во второй части тоже будет конная съемка. С нами великолепнейший фотограф Ольга Бажутова. Это знаменитый конный фотограф. Помощники мои, как принято, бывает модели. Ну, с какой стороны будешь снимать? Я буду снимать вот эту, чтобы вы прям на солнце на вас было. Ага. И суть какая? Ты с ним то вот стоишь. Здесь на этом пятне? Я думаю, да. Здесь, там люди. Нет, я в ту сторону буду себя снимать. Там, они мне мешают. Угу. Они сейчас окружают еще пространство. Начнем давай, да? Сейчас. Мы пришли на карьер. Но оказывается, мы здесь не одни. Здесь аншлаг. Здесь самое страшное то, что... Где здесь эти люди? Люди вон. Людей много. Концерт, по-моему, у них, да, действительно какой-то, или свадьба, что-то такое. И самое страшное, что люди реагируют на лошадь всегда очень импульсивно, экспрессивно, то есть они «Лошадка!», тем самым, собственно, пугают саму лошадь. Кусаться, он вообще уже ко мне так нормально, по-свойски. Аре, я сказала. Я так поняла, он Сергея за лидера тут принял. А меня решил покусать. А тебя он так, да? Подружка. Потоптать тебя решил. Иди сюда. Давай сейчас сделаю и потом тебе перекину. Когда проводишь съемки в общественных местах с лошадью, будь готов, что мешать будут все. Тут были и мотоциклисты, и куча зевак, которые просят фоткаться с Цири. Великолепно. Сейчас эти сзади уйдут, подожди. И попадающие в кадр люди. Все это, конечно, далеко не сокращает время съемок. Первая часть была отснята, мы снимались с единорогом, сейчас мы будем сниматься верхом уже со вторым героем, с ведьмаком. Она должна быть подальше. У нас подготовка идет полным ходом. Ведьмака одевают, у него сложный костюм. Немножко, чтобы не закрывать совсем этот доспех. Вот где-то так. Подходи.
отвратительно себя ведет. Волшебный фотограф. Спасибо тебе огромное. Ребята, Сергей, Тимур, вам огромная благодарность за то, что вы помогали и с лошадьми, и во всем. Впереди у нас завтра следующий день, следующая съемка. Это уже будет видеосъемка. Что там будет, я понятия не имею. Там будут какая-то казачья атрибутика. Вот, ну, посмотрим, что будет завтра. Надеюсь, будет интересно. Пока, всем спасибо.